Всем привет, с вами Комаров Виталий. И, как всегда, мы интересные новости говорим в предположительной форме. То есть я предполагаю, я ничего не утверждаю. У нас растут цены. Лист оцинковки в розницу сейчас стал стоить 1900 рублей. И это при том, при всем, это еще не предел. Если вы хотите у себя поменять трубу на котле, например, 2 метра и одно колено, диаметром 110, вам эта труба выйдет 1300. Здорово как. Хотите вкусно пожрать? У нас там тоже, оказывается, много чего подорожало. Это, наверное, женщины-то уже в курсе. Крылечко одно сделать, только одним профилем у вас выйдет, 2 штуки профиля, стоит под 2000. То есть один из профилей 6-метровых стоит под 1000 рублей. Нехиленько. Мне кажется, сейчас нечего. Как говорится, бабла нет, строить у нас нечего. Надо сумки покупать. Авоськи, целлофановые пакеты, да побольше, чтобы туда можно было зарплату сложить. Помните, 90-е годы? Тогда денег много давали. Вот это нас ждет впереди. Пакетов.